Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Unit 3, секция 9, упражнение 134. Translate into English. Переведите на английский язык. Ты видела сегодня Алису, которая живет на соседней улице? Она брала у меня книгу по истории. Какую книгу? Ту, которую ты читала в прошлом году. Have you seen Alice, which lives in the next street today? She took a history book from me. What book? The one that you read last year. Well, как вы видите, мы перевели, используя в последнем предложении вместо слова «книга» слово «one», местоимение, заменяющее по смыслу слово «книга». Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.